Добрый день еще раз, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно и видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз подключился к нам, к нашему обзору, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. То есть у нас обзоры выходят два раза в день, с утра в 9:45 по Москве и в 14:30 соответственно. На утреннем обзоре мы разбираем прошлый торговый день с точки зрения выхода важной статистики, новостей, как она повлияла на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущие торговый день, отмечаем важный новостной фон, главный фон, как он может повлиять на наши основные валютные пары. Также находим возможности для входа в сделки, то есть точки входа и цели по нашим операциям. На дневном обзоре также мы ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем цели и также мониторим уже наши открытые позиции. Так, вижу, со звуком у нас все нормально. Комментарии есть. Ну, отлично. А то что-то у нас сегодня звук, со звуком проблемы. Днем мыли. Так, ну, это радует. Значит, что, начнем тогда разбирать ситуацию с парой евро-доллар. Вот евро-доллар у нас начал наконец-то нас радовать, пошли у нас движения наконец-то, уже как раз с открытием европейской сессии, после новостей, то есть евро начал двигаться и, видим, начал двигаться вниз, собственно, на 4-часовке, если посмотреть, идет пробитие зоны 1.1438 сейчас. Движение вниз, посмотрим, где зафиксируем мы, соответственно, локальный минимум, да, то есть сейчас пока идет движение, да, то есть на образование локальных границ, локального минимума, и дальше уже на развороте будем смотреть. Но опять же, несмотря на то, что евро у нас зашевелился наконец-то, да, все равно пока лучше обходить его стороной и дождаться уже завтрашнего дня, прежде всего нон-фарма, да, когда уже действительно определится, я думаю, будущее движение, дальнейшее движение по евро-доллару. Вот, поэтому эту пару мы смотрим, держим на контроле, ну, при этом пока воздерживаемся от каких-либо операций. Ну, то есть будем наблюдать. В принципе, тут осталось совсем немного подождать. Сегодня вечер и, соответственно, завтра до вечера, до момента уже выхода нон-фарма. Вот, и уже будем дальше действовать. Уже с понедельника, думаю, ситуация будет понятная, да, то есть с евро-долларом, по крайней мере. То есть, конечно, все будет на самом деле зависеть от статистики, которая будет завтра. Значит, сегодня по-прежнему смотрим, ждем, мониторим. Находимся сейчас мы как раз внутри диапазона между уровнями 1.1438 и 1.1397. В этом диапазоне, в этих рамках пока будем двигаться. Вот, ну и дальше, собственно, посмотрим. По фунту, фунт у нас продолжает потихоньку, помаленьку спускаться вниз. Собственно, те новости, которые у нас выходили, да, помогли мне, по крайней мере, выйти в плюс, да, выйти в плюс, то есть цена пошла вниз, фунт у нас ослаб на текущий момент, ну и постепенно двигаемся мы к нашей цели, уровню 1.4402 ровно.
Вот, посмотрим вечером, плюс еще, конечно, с открытием Америки, тут осталось совсем чуть-чуть, чуть меньше часа. Думаю, также сможем добавить динамики, ну и постараемся сегодня закрыться. Вот, и, конечно же, самый лучший вариант, когда, собственно, мы все сделки, да, до нон-фарма постараемся закрыть, либо, соответственно, перевести по возможности в безубыток, сократить риски. Вот. Поэтому будем смотреть, наблюдать. В принципе, пока все складывается достаточно удачно. На сегодняшний момент мы видим, что, ну, большая доля вероятности того, что мы максимум уже на сегодняшний день сформировали. Он получается у нас на уровне 1.4527, этот максимум. Видим, что он ниже, чем предыдущий, да, и опять же у нас уже есть определенно новый минимум внутридневной, да, который, соответственно, ниже также, чем предыдущий сформированный у нас вчера, который был. То есть пока все говорит о том, что все технические, да, скажем, моменты, техническая картина нам говорит о том, что нисходящее движение у нас продолжается. Да, то есть и пока вот есть такой приоритет, да, именно по продаже фунта, вот, доллар против доллара. Вот, поэтому сидим в продажах, ждем закрытия, собственно. Ничего нового, движение получше, конечно, стало, чем с утра. Вот, ну, будем ожидать. Если мы сегодня также сможем пробить зону 1.4402, да, ну, конечно, будет удивительно на самом деле, потому что волатильность у нас, динамика пока слабая. Вот, потому что, понятно, люди в ожидании, да, то есть рынок в ожидании, участники тоже. И, собственно, если оно так и случится, то тут уже однозначно можно будет говорить уже о нисходящем движении, нисходящем тренде и движении уже к вот этой вот нижней границе уровня 1.4071. Поэтому посмотрим. Завтра тоже прокомментируем. Вот. Что касаемо франка. Франк, как мы видим, пробил вот эту зону. Видимо, очень хорошие были движения. 0.9585. Я вам говорил, да, то есть по пробитию первая цель у нас была достигнута. То есть те, кто, возможно, следил, да, за франком, или, может быть, кто-то торговал, 0.9616, собственно, цель была достигнута. И сейчас она идет к следующей своей цели, более глобальной, это 0.9659. То есть в эту зону мы двигаемся. Вот, посмотрим. Ну, конечно, вероятность того, что мы эту зону пройдем, да, очень велика. И, собственно, тут осталось буквально 11 пунктов для достижения этой цели. Поэтому те, кто стоял в покупках, думаю, уже находятся в плюсе. Может быть, кто-то уже закрылся, в принципе. Ну и дальше будем наблюдать, будем смотреть. Опять же, завтра все покажет. Если увидим, собственно, мы хорошие данные по рынку труда, да, что, в принципе, не будет для нас никакой неожиданностью, потому что каждый месяц мы это видим, наблюдаем. Если в этот раз цифры нам нарисуют, да, положительные, то в очередной раз, то есть увидим движение, ну и, соответственно, движение наверх, пара доллар-франк, пробитие уже зоны увидим 0.9659 наверняка, и уже дальше, соответственно, 0.9708 увидим движение пробития, да, то есть также 0.9719, ну и также, думаю, сможем достичь вот эту зону 0.9762.
сюда. Вот, то есть, ну, это уже, конечно, будет завтра. Далее, что касаемо иены, иена у нас стоит на месте, доллар-иена пара. Без особых движений. С утра немного мы выросли, да, то есть пара подросла, иена ослабла. В целом, в общем, динамика достаточно слабая пока. Пока слабая, поэтому будем смотреть, будем ждать открытия Америки. По-прежнему открыты у меня позиции две, ничего не изменилось. Цели те же, задачи те же. Вот пока все равно, то есть у нас есть, что есть приоритет, есть у нас тренд, да, нисходящий, среднесрочный, движение вниз, то есть иена уже на протяжении, видим, долгого времени у нас падает. Сейчас у нас, видим, идет коррекция, да, в принципе, коррекция она должна была быть вот после таких вот хороших, уверенных, сильных движений, два дня подряд. Иена хорошо укрепилась, достаточно хорошо. Ну и сейчас, скажем, логично, да, то, что идет движение, противоположное движение, да, то есть идет коррекция. Вот, ну и где она закончится, посмотрим. Да, возможно, уже завтра мы это увидим. Да, конец коррекции. Поэтому будем наблюдать. Далее, что касаемо канадца, канадец у нас сегодня во флете двигается. То есть разноправленные движения, там плюс-минус 15-20 пунктов. Особо тоже без какой-либо направленности. С утра мы видели, да, как раз сегодня сначала было движение укрепления канадца, сейчас видим, что на протяжении уже нескольких часов, да, то есть канадец то растет, то падает. Сейчас опять канадец растет против доллара. Вот, ну и открыта по-прежнему силовая позиция, открыта на развороте, на 4-часовике, когда я увидел отскок, да, то есть для тех, кто, кого не было с утра, да, то есть на обзоре, здесь как раз вот по образованию локальной границы, локального максимума, была открыта позиция на продажу с целью к уровню 1.2779. Вот, ну и сейчас сделка открыта, работает, жду достижения цели уже сегодня. Ну и параллельно мониторим уже рынок черного золота. Так. Александр, у нас комментарий на рано, вы вошли в sell. Так, доллар-иена от 106.50. Ну, во-первых, у нас самая первая сделка у меня была как раз 107. Вторая была добавление, то есть на добавлении зашел. Собственно, это у нас полчетырехчасовик, да, вот вчера буквально вот на этой вот черной свече заходил sell, и, собственно, жду. Почему зашел в добавление? Потому что, опять же, да, может быть рано вторую сделку открыл. Почему? Потому что, ну, скажем так, не дождался разворота, хотя в принципе здесь две четырехчасовые свечи, да, говорили нам именно о развороте, о движении по тренду. То есть здесь, скажем так, не стал я заходить на первой четырехчасовой свече, да, потому что понятно, что рано. То есть вторая четырехчасовая свеча, то есть я на ней зашел уже, и там какое-то время, там, понятно, там сделка была в плюсе, потом в итоге ушли мы к первой сделке цене, да, цене открытия. Вот. Ну и сейчас находимся здесь. В любом случае будем смотреть, ожидать. Ничего страшного в принципе нету пока. Ничего страшного абсолютно для иены.
Вот, будем смотреть, будем завтра, если сегодня не сможем закрыться по профиту, завтра будем ожидать новости от рынка труда. 107.30 или 108.20, что скажете? 107.30, 108.20. Ну, если, собственно, продолжится у нас коррекционное движение, да, то есть в рамках нашего вот такого среднесрочного тренда коррекционное движение, то коррекционное движение может, в принципе, даже быть выше, да, тех цифр, которые вы обозначили. То есть выше 108.20. Да, то есть вот у меня здесь обозначен, да, уровень 108.29. Вот здесь вполне может быть и выше образован именно локальные границы, локальный максимум, разворот. Да, то есть, почему? Потому что у нас предыдущий максимум был выше границы 110.63. То есть последующий у нас может вполне там сформироваться, например, на уровне 109.10. То есть где-то так, в принципе. Будем смотреть, то есть, как правило, время покажет, статистика тоже покажет. Вот, и главное, конечно же, это настроение крупных участников, которые определяют движение на рынке. Вот, поэтому посмотрим. Но техническая картина пока, в принципе, пока говорит о том, что здесь именно идет больше движение в сторону снижения, да, то есть укрепления японской иены. Пока именно техническая картина. Да, вот, что касаемо, опять же, есть вторая сторона, да, которую тоже нельзя пропускать мимо ушей, мимо глаз. Это, конечно же, макроэкономические индикаторы, статистика, да, на которые прежде всего опираются крупные участники. Вот, поэтому тоже будем смотреть и дальше уже по совокупности сопоставлять. Так, маленько отвлеклись, да, давайте далее. Что касаемо канадца, здесь пока понятна, думаю, ситуация, то есть канадец у нас разноправленное движение, во флете находимся, сейчас идет у нас постепенно отскок от, соответственно, верхней границы зоны, да, то есть и параллельно смотрим для того, чтобы увидеть движение. Параллельно смотрим на рынок черного золота. Вот если у нас черное золото пойдет на рост, на укрепление, то в дальнейшем увидим движение уже, разворот по тренду, да, и движение уже к нижним границам. Нижним границам как минимум, да, то есть движение к предыдущему сформированному локальному минимуму. А локальный минимум у нас был сформирован, это у нас получается на 1.2504, вот сюда, к этой зоне. Так, далее у нас австралиец. Австралиец пока в, давайте на час переключим. Австралиец тоже, мы видим, разноправленное движение показывает. В общем, в целом, есть у нас ситуация, да, для австралийца, ситуация именно к развороту тренда среднесрочного, движение вниз, образование уже очередного локального минимума, да, который уже ниже, чем предыдущие сформированные. Ну и главное, что ждем пробития зоны, вот этой вот зоны 0.7443, для того, чтобы уже думать о дальнейших действиях, о дальнейших продажах по данному инструменту. Австралиец пока у нас, вот опять же, в связи с технической картиной, плюс, конечно же, последние стат-данные, которые выходили у нас уже вот буквально совсем недавно, да, на той неделе, плохие данные по инфляции прежде всего, да, то есть это был первый звоночек к развороту, ну и плюс снижение процентной ставки. Вот как раз вот эти две свечи большие черные,
Вот, оказали хорошее давление. Вот, и, ну и, соответственно, крупные участники тут же отреагировали. Поэтому посмотрим дальше. То есть, пока здесь есть, опять же, давление на австралийскую валюту и также давление на американский доллар. Вот. Но вот в этом движении пока именно давление на австралийскую валюту, да, она пересиливает, да, то есть давление со стороны американского доллара. Вот, здесь такие весы, скажем так, да, то есть и на одной чаше там, соответственно, свежие данные, да, негативная статистика от Австралии, да, на другой чаше, то есть это, в принципе, уже создавшееся давным-давно давление со стороны американцы, которые постепенно, в принципе, постепенно уже затухает это давление, и думаю, уже совсем скоро, да, то есть, несмотря на то, что многие уже, да, крупные участники, в принципе, особо и не ожидают повышения процентной ставки, да, то есть, а это у нас главное ожидаемое событие. Вот, то есть уже, собственно, настроение потихоньку меняется. Поэтому будем смотреть внимательно за австралийцем с долларом. Смотреть мы будем уже на следующей неделе. То есть пока у нас сделок также у меня не будет по этому инструменту. Вчера у меня была последняя сделка. Сегодня она у меня, вчера, вернее, поздно вечером она у меня закрылась. Вот, дальше буду смотреть. Ну и анализировать данные по нонфарму, которые мы уже с вами в понедельник, думаю, обсудим. Что касаемо новозеландца, здесь, скажем, ситуация получше выглядит, чем с австралийцем. То есть новозеландец у нас пока находится до сих пор в среднесрочном восходящем тренде канале. То есть пока у нас условия для формирования восходящего тренда выполняются абсолютно. Вот, ну и сейчас мы консолидируемся в границе 0.6890. Тоже находимся во флете, без особых каких-то движений однонаправленных. Поэтому будем ждать. Мы уже обсуждали с утра по поводу возможного дальнейшего продолжения тренда. То есть ждем движение сюда, пробитие вот этого вот уровня 0.6922 наверх, и дальше уже будем думать о покупках. Вот, ну и также говорили о том, что движение, да, то есть динамика роста, она замедляется постепенно. Почему? Потому что первым сигналом был предыдущая вершина, которая сформировалась на уровне, соответственно, той вершины, которая у нас была 20 числа сформирована. И, собственно, движение, да, то есть силы движения уже не хватило. Соответственно, уровень, конечно, тоже есть, достаточно неплохой, 0.7050. Вот. Это такой первый был небольшой признак, момент того, что ситуация может постепенно развернуться, да, то есть тренд может поменяться с восходящего на нисходящий, да, то есть, и более того, сейчас, если можно, ну, как бы заметить, отметить, я тоже заметил этот факт, что меняется угол наклона, то есть кардинальной смены тренда так как такового нету, потому что в любом случае пока доллар под давлением находится, но постепенно ситуация к развороту есть. То есть такое движение, скажем, дугообразное, да, когда тренд становится более пологим, да, со временем, и эта ситуация как раз и есть момент возможного разворота уже. Вот, поэтому также мы можем это увидеть, ситуацию и на новозеландском долларе вполне. Вот, поэтому время, как говорится, покажет, и увидим уже ситуацию. Вот, а пока, на текущий момент, будем просто следить, наблюдать за ним. Далее золото. Золото у нас находится
таком небольшом нисходящем канале движения. Ждем также хороших однонаправленных движений, как это у нас было в апреле месяце, в конце апреля. Вот эти движения, конечно же, очень-очень благоприятны. На таких движениях можно и нужно работать и зарабатывать, поэтому мы с вами дождемся этих движений, да, то есть однонаправленных трендовых движений, и будем уже дальше действовать. Пока тоже мы видим, золото двигается разноправленно абсолютно, движение в основном это флет, конечно же, на четырехчасовике. Вот если посмотреть особенно, флетовая зона, конечно же, торговать на таких движениях практически невозможно, особенно для тех людей, у кого есть определенные цели, да, и эти цели гораздо больше, чем текущие движения. Вот, поэтому ждем движений. Вот, что касаемо тренда, пока у нас есть канал, да, то есть цена двигается в этом канале, дальше посмотрим. Если мы сможем выйти из этого канала и увидеть опять продолжение среднесрочного тренда, у нас среднесрочный тренд восходящий, сейчас идет зона коррекции, вот я ее отметил, небольшая. Если сможем увидеть движение наверх, то есть ждем пробития зоны 1289.33, тогда мы можем сказать, что цена опять уходит по тренду спокойно, и здесь мы можем открывать покупки. В дальнейшем открывать покупки и явно можем сформировать уже очередной локальный максимум, который будет выше предыдущего, который у нас был сформирован 2 числа, этот максимум. Поэтому вот как раз Владимир пишет, золото бай уже не будет. Посмотрим, пока еще рано говорить по поводу будет не будет, потому что пока у нас в целом, в общем, тренд восходящий. Вот. Дальше главное, конечно, нужно посмотреть, где у нас будет на 4-часовке сформирована очередная вершина. Вот. Если эта вершина будет сформирована ниже, чем предыдущая 2 числа, то здесь да, тогда уже можно говорить о том, что возможно приоритеты меняются, и мы buy поменяем уже на sell, соответственно. Так, далее доллар-рубль у нас. Что у нас доллар-рубль? Здесь вот смотрите, какая ситуация интересная. Сегодня доллар-рубль у нас вообще во флете, без движения абсолютно. Движений нету никаких. В принципе, ситуация понятна. Почему? Потому что у нас и канадец тоже особо без движений во флете находится. Ну и нефть, да, тоже у нас без конкретной динамики, без движений. Вот, поэтому находимся мы сейчас в диапазоне движения. То есть 66-63 сопротивление и 65-23 поддержка. Так, ну что, в принципе, на текущий момент у меня все, что я вам хотел рассказать, показать. Значит, следите, сегодня у нас выходят новости, да, в ближайшее время по Америке, пособие по безработице, мониторим. Ну и завтра уже обсудим возможности, вероятности уже по нон-фарму. Все, на сегодня все. Всем спасибо, всем хорошего дня, хорошего вечера, удачи, всем профитов и до скорой встречи.